Церковь Святого Михаила. В центре Ихи находится. Это старейшее здание города. Предположительно, оно построено в середине 13 века. Особенностями этой церкви являются ее толстые стены. Благодаря своей уникальной акустике дают возможность здесь проводить концерты. Церковь Ихи охраняется государством. 14 век, памятник архитектуры. Когда бываем на ярмарке или вообще в городе, всегда заходим в эту церковь. Потому что здесь подойдут, расскажут, покажут. Концерт. Сейчас будет концерт органной музыки. И вот решили послушать немножко. Что интересно, что здесь можно снимать, и никто ничего никогда не говорит. Вот это вот прелесть. Можно все рассматривать, можно разговаривать, можно фотографировать.
такое умиротворение. Народу было очень много. Самое интересное, что сейчас вот снова облака набежали, тучки, но дождя так и нет. Какие куколки чудесные. Мы продолжаем гулять по ярмарке. Кстати, слышно, что продавцы между собой говорят, что место торговое стоит очень дорого. Как-то раньше об этом мы не слышали, что дорого стоит место. Мыло ручной работы. Хочется все показать, заснять. Кстати, очень большое разнообразие на ярмарке всего. Чего только нет. Больше всего продуктов питания, конечно. Очень много всяких копченых колбас и всего. Смотрите, какие красивые вещицы здесь продают. Это брошечки. Тоже ручной работы. Очень красивые. А это свечки. Тоже красивые очень. Оформлены как, правда? Приятно в руки взять. Какие люди молодцы. Красотулечка такая, собачонка. Ну вот совсем ей не хочется здесь среди народа ходить. А здесь вот опять немножечко красоты, которую создают люди, умеющие что-то делать руками. Ну вот здесь вот шарфики ручной работы. Такие невесомые, тоненькие, нежные-нежные. Знаете, вот из вещей абсолютно ничего даже не привлекло. Так вот, чтобы захотелось купить. Цвета красивые, насыщенные. А вот близко подойдешь, посмотришь, нет. Качество совсем никакое. Здрасте! Решили сходить в торговый центр. Здесь кафе есть. Правда, времени у нас осталось совсем в обрез. Скоро уже у дочери автобус. Я ее провожу и поеду домой тогда. Ну, вот так чуть-чуть пробежались. Еще решили в обувную зайти. Я здесь покупала обувь, габар, осенние сапожки, кожа с лаком отделанные, очень красивые. И зимние сапоги. Правда, подошва тоненькая. Ну, так вот в театр сходить, если очень даже симпатичные. Ну, вот так. Посмотрели, а что же здесь такое продают сейчас. Вот такая сейчас мода на все на это. Кстати, фирма Габар дорогая фирма. Но очень красивая, качественная. А это вот Мустанг фирма. Сейчас больше предпочтения отдают спортивные обуви, и молодежь, и более взрослые люди. Вот эти вот тополечки на лето очень даже неплохие. Я даже померила, но опять же столько обуви покупать не стала, у меня как в магазине. А это мужчины, извините, чуть-чуть покажу для женщин. Фирма Триумф. Белье, конечно, очень красивое, оно не дешевое, но оно того стоит. И я даже себе тоже здесь парочку предметов прикупила. Ну вот, показываю цену, но не буду показывать. А здесь милые такие вот, если кто-то приезжает в город, памятные какие-то вещицы симпатичные. В эстонском стиле, конечно, очень-очень даже хороши. Вон какая прелесть. Зашли в кафе, народу много, быстро-быстро. Даже вкусняшки брать не стали. Новый кофе открылся, китайская еда. На парковку, конечно, да, вид красивый. И на церковь тоже красивый вид.
провожаю доченьку. Как-то они не подрасчитали мы, чтобы попить кофе с вкусняшками. Ну, ничего страшного. Вот видите, какой красивый вид. Не только на парковку. А это уже я иду через площадь. Не стала снимать, иду на маршрутку. Время уже 2:00 дня. Народу не протолкнуться на ярмарке. Купила свой любимый хлебушек, покажу дома. И вот сейчас сяду на маршрутку и поеду. Хлебушек 5 евро стоит. Сейчас в разрезе покажу. Вот такой вот хлебушек. Это очень вкусный хлеб. Домашний. Ярмарка была без дождя. И вот. Это мы собираемся Джиджульку выводить идти. Ну что, тепло теперь у нас в подъезде, да? Дом подключили? Да что там чуть-чуть? Ну как чуть-чуть? Ну заходишь, прям заметно, что ли? Ну заметно, конечно. Дети. А у нас еще окно приоткрыто, потому что у нас солнечная сторона, и нам тепло. Мы даже и не включаем еще пока отопление, да? Да. Только вот Патрик мерзнет. Ну, пижамка. А ты мерзнешь? Я нет. Сидишь, дрожишь вот. Я даже если минус будет, не буду мерзнуть. Ой, хвостун. Не то, что некоторые. Ой, хвостун. 14 градусов, уже зубами стучат. Ой, хвостун. Быстро с тобой добежали. В припрыжку. Самое интересное, что гуляли, когда я зонт оставила в квартире. Хотя с собой взяла. Вот именно. А обратно... Такой дожди налил, мы в припрыжку и неслись. Джиджульку намассажировали, полотенчиком навытирали. Подсушили. Подсушили, разогрели. И с ним посидели, позанимались. Кормили его еще. Да. Водичку поменял Владимир Водичку Андреевич. Проветрили квартиру. Да. Так что у нас полный порядок. Вот он намок. Намок. Поэтому домой быстрее. Мы ему массаж, полотенце, вытирали всего его. Так что Джиджулька у нас умница. Сушили. Сушили. Усиленно. Да, усиленно сушили. Спасибо, что посмотрели. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.